Во-первых, очень рад, что здесь оказался и получаю много игрового времени. Спасибо тренерскому штабу. Огромное спасибо моим партнерам, которые, несмотря на то, что у меня были спады и падения, они всегда поддерживали. Это очень важно для меня, когда я вижу, что партнерам тоже не безразлично. Очень, конечно, яркий матч составил матч с Спартаком, потому что в моей жизни не было такого, что проигрывали и суметь забить. И еще на последней минуте поэтому эмоции. Первый раз почувствовал такие эмоции вообще. Последний вот игра с Крысоветами, это круто было. Ну, никак не думал, что ну, выйду там на 40 минут и удастся забить и отдать. Но первый раз в жизни забил такой гол. Цепанул бы его рукой, получил бы красную, а он получает в девятку удар. Бедный, бедный Денис Вавилин. Павел Могилевец и 2-0. Ну, я сам понимал, что нужно больше носить ударов, если я хочу забивать. И поэтому я сразу, как только вот мне Азмунов дал передачу, я сразу решил, что я буду бить. И так получилось, что я принял не очень удобно, но оказалось, что это самое удобное для такого удара. Я знаю, что автограф вроде, да, но я бы свой автограф, наверное, у себя не попросил. Но болельщики, ну, которые просят им, это может доставлять удовольствие, поэтому если такой мелочи, можно и остаться. Если быть откровенным, то, конечно, хотелось бы остаться здесь и помогать команде возвращаться в Еврокубки и бороться за высокие места. Я недавно прочитал интервью Поля Погба с Ювентусом. Мне очень понравилась его фраза. Он сказал, если у меня не получается игра, то я просто закрываю глаза и с момента открытия у меня начинается новая игра. И я вот последние игры стараюсь как-то так это делать.